Всем привет, это Ирина Воскресенская. Сегодня готовим гуляш из желудочков куриных. Вот, я их уже порезала, почистила. И если для супа я их довольно-таки так крупно режу, то здесь прям вот такими маленькими порежем. Все-таки это гуляш. Масла в гуляш надо побольше, поэтому я беру уже вот свое привычное такое масло, а не спрей. И включаем на режим жарки. И сейчас будем обжаривать. Я подготовила тут вот лук, морковь, сельдерей. Нам понадобятся специи. 1 столовая ложка муки без горки. И я скипятила чайник. Сейчас налью еще стакан кипятка. Вот у меня еще есть соус нашла. Можно томатную пасту, а я вот буду использовать все остаточки соуса. В принципе, все готово. Сейчас только нагреется у нас мультиварка. И мы будем обжаривать с вами овощи и желудки. Сначала хорошо нужно все обжарить. Овощи кладем в мультиварку, она уже нагрелась. Можно сразу положить и желудки, чтобы это все обжаривалось. Крышку здесь не закрываем, нам нужно, чтобы немножечко все прожарилось. 15 минут у меня прожарилось, я еще включила на 15, пусть еще там жарится. Значит, добавляем специи. Ну, все, что любите, то и добавляйте. У меня чеснок, куркума, красный острый перец, немного травок сушеных. Значит, что мы еще делаем? Я посыпаю мукой. Я не развожу в воде, а просто посыпаю вот так вот. И это все тоже с мукой обжариваю. Сейчас хорошо перемешать, пусть это жарится. Вот сюда сейчас залью воды, чтобы все оттуда вышло, потому что у меня уже остатки остались. Вот, и будем заливать и уже ставить на тушение. Вот весь стакан я налила туда. Все, теперь мы это все заливаем. Не забудем посолить. Воды надо ни много, ни мало. Я сейчас даже покажу. Вот у меня все покрыто. Все, что потушилось, отдавало свои соки. Все, в принципе, сейчас лаврушку еще брошу и будем уже ставить с вами на тушение и будем свободны, а мультиварка сама будет нам готовить. Бросим пару листочков лаврушки, закрываем. Так, очищаем программу жарки, выбираем тушение. Тушение нам дает 40 минут, нам хватит, и старт. Все, гуляш наш готов. Давайте посмотрим, что у нас тут. Вот такой наваристый очень, густой гуляш. Очень вкусный. Не забудьте попробовать на соль, на всякий случай. Еще сейчас добавим с вами сюда зелени и прям буквально еще минутку прокипятим. Это можно, кстати, это я проглядела просто, а так вот за 3-5 минут можно зелени бросить, и уже тогда будет все готово. Так что пробуем на соль, зелень, и гуляш наш готов. Ну вот, все готово. Еще 5 минут у меня прокипело с зеленью.
Очень хорошая подливка. Сейчас я выложу это в контейнер, остынет, уберу в холодильник. И буду готовить гречку, поливать вот этим гуляшом, очень вкусно. Макароны, можно с картофельным пюре. Да и с рисом, наверное, будет можно. Но точно вот в ближайшее время я буду гречку и макароны так вот делать. Отличный гуляш. Пробуйте, очень дешево и очень вкусно.